Рост цен на продукты перевалил за грани недопустимого. Казахстанцы жалуются, что дорожают и товары из потребительской корзины. Сегодня вместе с жителями столицы мы выясним, сколько должны стоить социально значимые продукты. А какие продукты вы бы понизили цены? Какие самые дорогие? Ну, первое – это мясо. Мясо, да? Для нас, казахов, это мясо. Это святое мясо, это должно быть, ну, не так, вот, как часто. Сколько должно вот стоить кусочек мяса, допустим? Заходит он 4 до 5 тысяч. Можно 2,5, ну, 3, ладно. Молоко 400, да, у нас? Ну, покупаете? Ну, есть, есть, да. Вот, сколько, по вашему мнению, оно допустимо должно стоить? Нормальная цена, приемлемая? Примерно 250. Зарплата не растет, пенсию обещают, но пока не растет. Но цены растут. Цены растут. Сколько у вас пенсия примерно? 120 есть? У меня 135. Нормально. Хватает вообще вам? Вот на... Не, натяжку. С натяжкой? На натяжку. Ну, на продукты вот так пойти закупиться там раз в месяц домой все-таки или цены? Ну, на раз в месяц хватает. Видишь, есть у меня еще и кредит, но мы без кредита не можем. Ну, так получается. Продукты ну, как же, ну, мы же все-таки нефтегазовые. Странно. Где эти деньги? А? Налоги платят шофера, все платим, а дороги? Вопрос. Потом объявляют, вот в Китае заняли, строим это. А где наши деньги? Нефтегазовые. 200 хотя бы, 200-250. Гречка. Гречка. Да. Лук-морковь. Лук-морковь. Где-то 150-200 можно. Сейчас все дорого же. Яйца вообще дорого же. Дорогие? Да, дорогие же. Латок 1500 или 1600 так же. Сделать, чтобы было допустимо для народа? Для народа где-то можно где-то 800 хотя бы, около 1000. А молоко? Молоко под 300 можно. Выпечки очень дорогие. Булочка стоит, вот такая маленькая булочка, 130. Это как минимум, а то 150, вот от плюшки. Вот это очень дорогое. Это очень дорого. Дорогое. Хлеб вот этот по 150, который мы покупаем на молочке, он мне нравится. Это хорошая цена, я не говорю, что она дорогая. Но выпечки очень дорогие. Сколько должна стоить примерно такая булочка? Булочка? Если по совести сказать, то она стоит 70 копеек, 70 тенге, 60 тенге, не больше. Ну и молоко должно быть все-таки подешевле. Молоко 400 сейчас и больше, по-моему. Сколько допустимая цена, по-вашему? Ну, хотя бы 300. 620-640 яйца, это, ну, хотя бы 450 им цена. Мне кажется, так. Ну, все равно здесь дорого очень. Где здесь? Ну, нет, вот я приехала из Караганды, например. А, вы из Караганды? Я вот переехала в прошлом году. Здесь вообще, тем более я вот плачу в этом доме, живу, ипотеку. И мне на прожиточный только остается 9. Я кушаю кефир и дешевый хлеб. Вот, например. Здесь очень дорого. Минимум, все минимум. На сколько примерно вот сейчас молоко, допустим? Хотя бы на 200, на 300 тенге ниже. Пониже, да? Да. А вот сейчас подглядываю, фрукты, овощи купили. Как цены? Да. Ну, это цены кусаются. Подорожали, да. Подорожали. Конечно. Для пенсионеров нормально? Это очень дорого. Сколько? Для работающей молодежи тоже дорого. Ну, мясо, наверное, 2500 оптимально было бы. Яйца по 420 оптимально было бы. Ну, вот, примерно для нас. Я вот, например, в декрете сижу. Ай, дороговато, да? Да. Но сейчас уже 500, 600. Ну, как бы от того, что все дорожает, из-за этого, соответственно, они им приходится, потому что поставщики им ставят тоже такие высокие цены. Нет, почему покупаю, они такие дорогие, что я уже поштучно беру. Это невозможно, это очень дорого. Яйца поштучно? Нет, по 10, по 5. Вот так вот, ага. Сколько приемлемо было бы, чтобы он стал? Для пенсионеров, например. Наполовину меньше. Пенсия такая же остается, цены больше становятся. Это, конечно, наполовину пусть хотя бы меньше делают. Даже у нас и картошка дорогая, овощи тоже дорогие. Все надо поменьше, по возможности, нельзя так. Молоко должно стоить 200 литр. Оно что-то подорожало вообще. Почем сейчас молоко покупаете? 450.
Дорого. 900 миллиграмм. Дорого. Дорого, да. Картошка вообще подорожала. 90 тенге брали, 40 брали раньше. Сейчас вообще 500 тенге стоит. Я не знаю, когда она будет понижаться. Она, наоборот, растет каждым днем у нас. Плохо это. Будет, конечно, будет заваруха. Война будет. И голод будет. Тем, вон, который безработный сейчас, тоже будет страдать же, не воровать будет. Молоко 300, так, 350-300 это нормально, я думаю. Они там 350-400 уже. Хлеб, видите, у нас там в этом супермаркете продают там нормальный хлеб. Цена тоже нормальная. А мы возле дома берем вот это, как его, сыворотковый хлеб. Он стоит 190, по-моему, так, да. И потом черный хлеб уже дороже. Он дороже, круглый берем. Для хлеба это дорого, вот пенсионеру пойти купить? Ну, Казахстан, по-моему, зерновая республика. Казалось бы, должно быть все, говорится, почти дешево. А у нас все наоборот. Наоборот, у нас цены кусаются. Поэтому, конечно, это намного, намного это растет. Человеку надо удобство все, чтобы, особенно пожилым людям, конечно, это не миллиард, не миллион получается.